Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Сейчас мы выполним задание номер 2 на странице 3 рабочей тетради. Нарисуй портрет своего учителя или наклей фотографию. Совсем недавно наступило 1 сентября, и вы стали первоклассниками. У вас появилась первая учительница, которая многому вас научила. Вам нужно нарисовать портрет учителя или наклеить фотографию. Что такое портрет? Портрет – это изображение человека. Мы наклеим сюда, например, вот такую фотографию первого учителя. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.